Есть? Нет, есть. Он должен быть чуть-чуть строгим, справедливым, честным, добрым. Не задавать много домашних заданий. Он должен быть понятным, давать нам попить на занятия и сходить в туалет. Он должен нас сильно тянуть и говорить нам наши ошибки. И иногда нас смешить. Он должен, если, например, если мы забыли ручку, и у тренера есть много ручек, он должен с нами поделиться. Он должен на занятии держать за нас ответственность. Он должен иногда нас хвалить, а иногда нас ругать. Он должен нас всех любить одинаково, ни одного больше всех. Что для меня импровизация? Для меня импровизация – это моя фантазия. Для меня это для меня эмоции, которые я выражаю своими движениями. Это для меня свобода. Это для меня шанс открыть свои возможности, потенциал. Это для меня возможность узнать какие-то новые движения. Это для меня возможность открыться. Это для меня возможность помечтать, пофантазировать и изобразить это в танце. И каждый раз все по-новому. Это для меня шанс получить удовольствие от того, что я делаю. Танцую. Это для меня заряд энергии. Что для меня современный танец? Для меня современный танец – это contemporary dance. Это для меня как импровизация, свобода, радость, счастье. Для меня суперовский танец, который танцевать хоть, можно танцевать хоть вечно. Это для меня легкий, спокойный и захватывающий дух танец. Contemporary dance – это любовь с первого взгляда. Это очень красивый танец, который, если он хорошо постановлен, то можно смотреть, не отрывая глаз от танцоров, очень пластичных и гибких, целую вечность. Супер. Тебе нравится заниматься contemporary? Да. Да.